это уже 14-й ящик. Товарищ капитан, ну, может, хватит. Отставить кару. Всем продолжать. С надеждой на успех. Будем лохматить бабушку, пока не найдем. Петр Семенович, сколько ее осталось? 40 тонн, товарищ капитан. Ерунда. Здрасте, Варнак. Не понял. А что это вы тут делаете, а? Может, детей у капусты ищете? Нет, Петренко. Продолжать без меня. Поступил сигнал. Что на овощной базе в капусте спрятаны наркотики. Вот. Почитайте. А ну. Не понял. Что-то сильно знакомый почерк, а? А ты, ё-моё, ну я же этому источнику все инкогнито понимаю. Петька мой, ну стервец, а вот сукин сын, ну. Петька, на 1 апреля, ну, всем же ж такие письма нафантазировал. Ну, он же ж такой фантазер, что просто ж ремня не хватает обмотать его талант. Ну, ничего, я с ним разберусь, честное слово. Отставить! Черт возьми, как нас ставили. Будем считать, что отрабатывали бдительность. Алёна Зурабовна, прекратите! У-у. Папа, не понял. А чего вы сюда пришли? Ой, Галка тебе объект передала. На, держи свои яйца. Только они трошки в смятку, бо я на них пал. Петренко, хватит заниматься яйцами и всей этой ерундой. Я извиняюсь, полковник Иваненко передал пакет. Алло. Вас вызывает полковник Иваненко. Переключаю. Алло. Извините, это все. Я вас слушаю, товарищ полковник. Капитан Сарагуанко. Вы получили информацию о том, что наш район вторую неделю терроризирует маньяк? Кстати, вы получили пакет с фотороботом этого маньяка? Фоторобот? Да, давно. Очень симпатичная фотография. Так почему этой фотографии до сих пор нет ни на радио, ни в газетах, и даже на телевидении? Немедленно переснять, размножить и развесить по всему району. Да, по-моему, это типичный глухарь. Этого маньяка можно годами искать. Отставить разговорчики. Между прочим, общество защиты любви от брака учредило премию за поимку этого маньяка. 10 тысяч американских долларов США. Вам все понятно, пока еще капитан Сыроглазов. Неплохая прибавка в наш бюджет. Слушаю, старший полковник. Товарищ капитан! Немедленно размножить фотографии! Уже сделано! Отлично! Товарищ сержант! Все здесь, товарищ капитан! Немедленно отправить фотографии в газеты и на телевидение! Уже отправлено! И вместе с Петренком развесили по всему городу! Молодцы! Служим приватной милиции! Ой, кажется, я забыл трубочку на место положить! Все ясно. А теперь немедленно выполняйте. Размножаете? Так точно, товарищ капитан. Уже размножили. Дурак вы, Петр Семенович. Вы что, пенсионеров электричеством пугаете? Крысюк, а вы чего путаетесь под ногами? Домой идите, Крысюк. А то если поздно будете гулять по улицам, маньяки могут испортить вашу пенсионную честь.
Алена Зурабовна, размножена? Дайте-ка взглянуть. Красавец, а? Кстати, чертовски похож на нашего крысука. Только мне кажется, у этого маньяка лицо поинтеллигентнее будет. Да вы что, капитан? Это же крысюк! Нет, вы только посмотрите, все приметы сходятся. Точно, точно, и психоз прямо на лицо. О, и валидольчик из кармана торчит. И медаль за освобождение больницы. Жаль, замаскировался, паразит, а? Оказывается, Алена Зурабовна у нас много лет под боком жил Челентано. Челентано – это итальянский певец, Петр Семенович. Ошибаетесь, Алена Зурабовна. Челентано – это маньяк, а певец – это Чикатильо. Разыскивается опасный маньяк. За поимку этого особого опасного маньяка назначено вознаграждение в 10 тысяч долларов США. Повторяю. Разыскивается опасный маньяк. За поимку этого особого опасного маньяка назначено вознаграждение в 10 тысяч долларов США. Лиц, которые сообщат о месте нахождения данного маньяка, ждет вознаграждение 25% от общей суммы. Сообщаем телефоны для приема. Ты, Петю, учи уроки, а я в аптеку. А не выучишь, я тебя убью. 411-8104 или в ближайшем отделении приватной милиции. Вот семейка. Дед маньяк, папка дурак. О, треба деда в милицейскую бухгалтерию сдать. Денег как раз хватит на кроссовки. И на мороженое останется. О, кошлада. То ж я давно догадывался, что Галкин папа, то маньяк-насильник, а? Вот такую дочку, как моя Галка, добровольно с любовью не народишь, а? А то ж кормился надо было еще утром связать, вот когда он там к нам на работу с яйцами пришел, а? Уже б давно свои 10 тысяч получили. Ё-моё! Вы же паразит! А? Ты ж ё-моё, ну! Калюня! Что? За поимку маньяка? 10 тысяч долларов. Ого! Ну, слушай, давай поймаем, а? Не, Витек, не надо. Почему? Ну, а то мы его поймаем, а он нам за это потом головы подкрутит. Да? Да. Калюня, а зачем нам головы с такими деньгами? Я не понял, а что происходит? Сегодня что, день обезьяны? О, гражданочка, я извиняюсь, а что происходит? Размечталась! Не, я не понимаю. Тут без воли долу точно не разберешься. Поеду в аптеку.
культура у нас, а? Научились место инвалиду уступать? Понимаете? Но ведь сам водитель взял и за рулем вышел. А что ж получается, это я что, сам в аптеку пешком пойду? От люди! От богатая у нас страна. Инструмент же нікому не нужен. Возьму з собою на дачі морковки нарубаю. На больной. Что вы больных пугаете? Дайте мне болидола. Ну вон, у круглых таблетках. Отойдешь? Укажу. Что? Не понял. А, тут бесплатно раздают пенсионерам гуманитарные уколы. Эй! Хорошо, деточка. Иди к кушеточке, а дедушка Крисюк штаны снимет. А ну стоять! Что это получается? А? Всем, понимаете, бесплатные уколы, а дедушке Крисюку дуля, да? Петренко и Карл, прочешите парк, а мы пока этого маньяка здесь поищем. Есть! Дайте прикурить, капитан. А куда они все бегут? Цирк, что ли, приехал? Маньяк сбежал. Не смешно. Зато правда. Вон, полюбуйтесь. В погоню. Нет! В засаду! Мясокомбинату требуются убийцы и шкуродеры. Осторожней, гражданин. Тут уже милиция прячется. Тебе ж сказали! Милиция прячется! В засаде!
Привет! Эй, где моя птичка? Дядя милиционер! Я маньяка поймал! Так, красавки, мороженое! Внимание! Маньяк обезврежен пионером-героем! Ну, а теперь наша работа! Группа, вперед! Карла, ну что это за маскарад такой, а? Ну вот ты б, например, клюнул на такую женщину с гусами. Я нет, Петренко, а вот маньяк-извращенец клюнет. Маньякам очень нравится пышная форма. У вас, Петренко, всегда пышная форма. Давайте, ходите, гуляйте туда, сюда, туда, и маньяк обязательно появится. Это будет ловля на живца. Да что вы топчетесь возле меня? Ловлю на живца, понятно? Гуляйте в радиусе 100 метров, гуляйте. Давайте. А когда его увидите, дерните разочек. Валим, валим, Калюня, из Задрыповска в Камышеваху, потому что здесь бутылки стало собирать небезопасно. Кругом маньяк. Вы где? Вы его нашли? Петюхи этого бей! Давай, давай, давай! Калюня! И ты тоже! Ну что, Крысюк, будем отпираться или сознаваться? Товарищ капитан, я истинный хрест вам с медудовитым и полумесяцем, что я не маньяк! Да! А чего ж вы бегали по городу? Без штанов и с топором, а? Все, Крысюк. Вляпались мы лет на 10, как минимум. С конфискацией пенсии. Держите! Держите его! Держите его! Алло! Товарищ капитан, вас вызывает полковник Иваненко. Почуяло начальство, что пора к чужим лаврам примазываться. Дайте на громкую связь. Включаю селектор. Слушаю. Капитан Сероглазов, отбой. Маньяк задержан. Спасибо, но я в курсе. Он как раз сейчас передо мной стоит. Потому что это мы его поймали, а? Ошибаетесь, капитан. Это мы его задержали с помощью честных и порядочных граждан. Витек, а это правда, что каждая наша медаль по 5 штук стоит? А? Конечно, правда, Калюня. Так полковник сказал. Итого 10. Нифига себе. Кстати, маньяк задержан не один, а с подельником. Так что вы, капитан Сероглазов, можете отдыхать. Чули, товарищ капитан, настоящего ж маньяка за 10 тысяч долларов задышки. Ну, Петр Семенович, меня можно за даром отпустить. Узко мыслите, Крысюк. Один маньяк – это 10 тысяч. А два маньяка – это 20 тысяч! В камеру! Выбери меня!